Это она? Нет. Это на нее похоже? Ну нет. Может, вот это? Тоже не очень похоже. Вот это! Смотрите на нее! Смотри, это она! Это точно! Анжела? Ну такое, не очень. А кто? Может, вот это? Сатана, это ты? Ну типа вроде тёлка, вроде привлекательная, но точно не она, нет. О, Анжела, точно! Собака, все попадало, вот просто, вот дурдом, бардак. Вот, этот подписчик подарил мне на мероприятии и сказал то, что это Анжела. Подруга Пантелея, ну то есть муж и жена, только почему-то жена в 10 раз больше, чем муж. Наверное, муж ее просто хорошо кормит, а жена очень сильно любит пельмешки дома точить ночью, пока муж не видит. Надо просто халатус на замок закрывать, Пантелей, чтоб жена не разжирела, как кобыла, и чтоб пельмешки тебе готовила. Каблук ты, Пантелей, фу! Акула Анжела? Это не акула Анжела, это кобыла Анжела. О! Точно! Идея! Поздоровайтесь, кобыла Анжелой. Пока, кобыла Анжела. Анжела! Девушка моей мечты! Анжела, ты где, подруга? Сколько осталось? 400 метров. 4... 7 делишки, ребятишки. Сам Сол Эдисон. Анжела, миленькая моя, дорогая моя, любименькая моя девочка, самая нежная, самая красивая на этой планете. Ты где? Невеста, принцесса, королева моя, ты где потерялась? Ну я тебя уже так давно ищу. Я так по тебе уже... Дайте я доску положу. Я так уже по тебе соскучу. О, бочка, бутылка рома. Есть бухнуть? Нет, бухнуть нельзя. Жалко. Короче, ребят, опа. Вроде все нормально. Я не знаю, где кобыла плавучая с плавниками потерялась, но я ее очень сильно ищу. Как бы это странно, то, что я сам ищу свою смерть, а Анжелу, но я ее почему-то не могу найти. Ой, господи, куда мы вернулись? Кто помнит, что я примерно 3-4 месяца назад записывал выживание на плоту в океане... Рафт называется эта игра. И как ни странно, недавно вышло обновление. Как только я его увидел, я такой: опа! Моим подписчикам это должно понравиться, и тебе в том же числе. Если ты смотрел меня 3-4 месяца назад, ты большой молодец. Спустить паруса! Капитан Барбоса! Господи, я даже не забыл то, что реально у меня есть капитан... Где капитан Барбоса? Невидимый, воображаемый мой друг, но я его почему-то сейчас не вижу. Так, нужно вспоминать, как задротить в эту игру. Почему я вернулся? Потому что вышло глобальное обновление, которое добавляет не только заброшенный город на воде, а еще какой-то огромнейший остров, на котором будут какие-то сокровища. Я очень сильно на это надеюсь. Анжелочка! Миленькая моя, иди сюда, дай я тебя потемкаю! Хуяк, Анжела! И ты меня тоже потемкала! Опа, Анжела сдохла. Анжела, ну как так? Ну я тебя только один раз... Вы понимаете, насколько я привлекательный кобель, извини? Посмотри на меня. Насколько я привлекательный кобель, то что тёлка только что умерла от одного моего поцелуя. Катя, если ты смотришь этот ролик, поменьше со мной целуйся, а то от моей красоты сдохнуть можно. Анжела, тебе в пример. Ребятки, кто помнит эту рубрику? Кто рад ее возвращению? Кто хочет продолжения? Ставь лайк, укос прямо сейчас на эту серию. Если наберем много лайков, я обещаю то, что я запилю продолжение. И подпишись на канал, чтобы не пропустить новые серии. О, господи, Курочка жареная. Я люблю курочку жареную. Ох, как мама мне ее в детстве готовила. Люблю маму. И курочку люблю. И маму. Ну, курочку... Курочку тоже люблю. Нам в смысле 1300 метров, ядрёна мартышка? Только что здесь было 300... Посейдон, ты издеваешься? Ты меня куда-то... Куда? Чё? Кого? Ребят, что? Только что здесь было... Ай, не пропустить бы бочку рома. Опа! Только что здесь было... Да хватит выпустить меня, пожалуйста. Только... Да ядрёно, Марты... Да что... колбасит меня. Реально просто рома перебухался. Опа!
только что здесь было 300 метров. 300 метров до какого-то пункта назначения. Или меня обманули, я опять приплыву в тот город на воде, или все же через 1200 метров я смогу найти какой-то гигантский остров. Я очень сильно надеюсь, то, что я его смогу найти, и мне интересно, какие же загадки, какие же сокровища, каких монстров будет содержать на себе этот остров. Путь за бухлом, за ромом на остров! Бутылка рома! Железный меч у нас в трусах! Знаете, есть рубрика, где пистолет у нас в трусах, тут будет железный меч у нас в трусах! Железное копье у нас... На, железное копье у нас в трусах. Господи, ну давайте мы поговорим про жизнь. Пятки оторвал, уважение потерял. Оп, 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 гимнастика. Оп, оп, на шпагат сели, встали, на шпагат сели, встали. Встали, сели, сели, встали, встали, сели, сели, встали, сели, встали. Садитесь, Эдуардо Перетиано, 5 по физкультуре. Спасибо. 360 разворот, MLG, ноускоп. Опа, хуяк, подбираем бутылку пластмассовую. А Анжела, ты где? Сутулая собака плавучая, ты где? Нет, Анжелы, все нормально. Жопу мне никто кусает. Не собирается, потому что я только что убил Анжелу. Поэтому я могу наконец-то помыть свои труселя. Я могу наконец-то нормально поплавать в океане, потому что Анжелки нет. Или есть. Анжела, я тебя потерял. Вернись, девочка моя. Если я поверну это... А если я сделаю вот так? Подождите, то есть по траектории плавучести, если я поверну немножко еще вот сюда, значит, а? То есть я прям собака. Капитан Барбоса! На абордаж мы видим какое-то беспилотное судно! Забирай! Господи, помилуй, у меня полный инвентарь. Чё я могу забрать? Голову акулы к чертовой бабушке! Компот! Рецепт каково, ёпты? Подождите, где я? Я теряюсь. Куда? Ну, я, в принципе, так и по... Иди сюда. Повернулась. Опа! Оп! Опа! Оп, надурил. Не буду я тебя тёмкать в этот раз. О, судно потонуло. Прекрасно. Пэм-пам. Всё нормально. Рецепт компот. Анжела, ты любишь компот? Ну, я, в принципе, нет, ты человеческую плоть любишь. Ребят, я пока ничего не понимаю, здесь появилось много всего интересного. Как я вижу, есть компот. Я хочу компот! Мам! Опа! Котелок! Можно смешать ингредиенты и приготовить прекрасную еду. Зашибись, маленькая трофейная доска, средняя трофейная доска, большая трофейная доска и металлический топор. И глиняная миска. Но это я потом как-то изучу. Компот. Анжела, мне нужен компот. Где я могу приготовить котелок? Котелок для того, чтобы заварганить компот и поделиться, естественно, со всеми своими подписчиками. Котелок. Сок лианы, болт. Это все... Ложил я свой болт на ваш компот, если он будет невкусным. Где сок лианы? Сок лианы забираем. Болт мы тоже забираем. Сюда, досочку, ага, ставим сюда, железную руду и... Воу! Тихо! Я чуть не умер от того, что у меня нехватка воды в организме. Реальное истощение, вроде вчера 5 литров рома выбухал, пока подписчики не видели. В котелке я выбухал. Так, подождите, котелок, все, досочка, мне еще нужна досочка, берем досочку, подождите, берем досочку и крафтим котелок. Котелок куда? Ёперэсэте, а куда я могу поставить этот котелок, чтобы еду себе варганить? Подождите, мне это нравится, если я смогу... Еханы бабай! Так, пишем комменты заказы. Кому борщица заварганить, кому шашлик-машлик, Вася! Только не из курицы, не из говядины, из акулятины. Где акула? Акула, пережарим, пожарим, зажарим, оп, сейчас... Акула сочная, Вася, как жопа младенца. Я не пробовал жопу младенца, но мне акула говорила. Анжела, она немного жоп, она очень много жоп младенцев покушала в жизни. Это не тот остров, который нам нужен. Так, рецепт. Подождите. Я могу его поместить вот сюда. Мне нужен ананас, мне нужно добыть манго, арбуз, и я не знаю, что это такое. Так, тихо, ананас. У меня есть ананас. Моргенштерн, ты где? Вот, ананас, есть ананас. Ставим вот сюда. Манго, у меня есть манго.
Манго, к сожалению, у меня нет. Что там еще нужно? Манго, арбуз. У меня есть арбуз. Арбуза у меня, к сожалению, тоже нет. Короче, я приготовлю в ближайшее время компот. Анжела, будешь компот со мной пить? Ну, конечно будешь, Анжела. Короче, уже темнеет. Я сейчас попробую, все же попробую посмотреть, сколько осталось метров. Когда последний раз я смотрел, было 800. Твою мать. Слышь ты. Слышь ты. Щука огромная. Ты что здесь забыла? Ты, я посплю, короче, не хочу о тебе думать, Анжела, ты и так мне всю жизнь испортила. Сколько осталось? Сколько осталось? Если 2000 метров, то я умру. Я суициднусь, я прям скормлюсь в пасть акуле. 300 метров. В ту сторону. Ты дебил? Ты кого здесь хотел словить? Призрака за сраку. Здесь никого нет, куда отбросаешь? Так, я себе сделаю сейчас бинокль. Как сделать бинокль? Мне нужно две бутылочки. Пластик и соколь. Ёперсете. Сок лианы. У меня нет столько сока лианы. Ладно, в следующей серии как-то скрафтим. Если она будет, конечно. А следующая серия будет или нет, зависит только от вас, ребят. Ебана матушка, коровратушка. Я не успел развернуться, увидел вот это чудо природы. Где? Так, якорь. Опа, оп, якорь. Опа. Якорь мы поставим куда-то вот сюда. Так, не туда, капитан Барбоса, немножко сюда развернемся, вот туда. Да ты дура. Ну спи, крюк. Сладких тебе снов. Спокойной тебе ночи. Я посижу здесь. Коли ясна звезда с неба засветила, тоди пречистая дива сына по... Не работает колыбельня. Без разницы. Сюда, оп, сюда. Ребята! Прик. Уйди. Ой, промахнулся. Ой, промахнулся. Ай, оп, все. Все нормально. Так! Да! А я-то начал сомневаться, что на самом деле никакого обновления нет. Меня просто обманули, ёх! Это что за куропатка летающая там? Что за дракон из Игры Престолов? Так, сюда! Быстренько, вот сюда! Ха! Да! Ну такого огромного острова точно не было! Та-т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 а! Давай, миленький мой, давай! Ставим сюда якорь! Опа! Ага, ну давай еще немножечко. Ну подтолкнись ты уже сюда. Опа! Оп, сюда, я сказал. В эту сторону. У меня даже достижение какое-то появилось. То, что я нашел какие-то большие острова. Пя! Анжела, пожалуйста, следи за моим плотом. Ничего не кусать, ничего не грызть. Ты как моя собака. Собака дома любит грызть мебель, а ты, сутулая собака, любишь грызть мне плот. Что здесь у нас может быть? Ух ты ж, ёх ты ж. Это я могу ломать? Я могу это... Почему мой топор через бревно? Ну, воздух, конечно, я ломать не хочу. Так, что вот это за дракон летающий огненный? У меня такой вопрос. Так, ёперэсэ... Ты кто такой? Демон из преисподней. Ты что здесь... Что ты здесь делаешь? Кто ты такой? У меня вопрос. Сейчас дайте я разгляжу его поближе. Опа, мне краски нужно манго добыть. Добываем сейчас манго. Правда, у меня инвентарь уже переполнен, но ничего страшного. Опа, опа, дайте мне манго, пожалуйста. Опа, да, все нормально. Еще бы арбузик найти, и все будет, конечно же, прекрасно. Дайте еще немножко манго. Мне нужно пожрать сейчас кое-что будет. Так, давайте пожрем лассо... Смотри, ты что... Это мне булыжник на голову прилетел, и что это было, я не могу по... Куропатка летающая, как бы тебя... Геннадий! Так, он куда-то приземлился. Он что-то там делает. Он взлетел с булыжником.
привет. Валим к чертовой бабушке с этого проклятого города, острова, точнее, неважно. Тут, сюда, хватит, выпустите меня, да не надо мне бросать больше ничего на голову, я знаю то, что ты опять булыжник какой-то взял. Нет, иди сюда, чекай, чекаем из города, чекаем, чекай из города, тебе пиз... Валим к чертовой бабушке. Анжела, тебя мне еще тут не хватало. Иди в сраку, тебе копье сейчас засуну. Анжела, матушку твою. Это что? То есть у меня была Анжела, разработчики игры подумали, то, что Анжелы мне не хватает, поэтому еще засунули какого-то демона из преисподней летающего, который кидает тебе куски такие камня на бошку. Ребята, мне кажется, на этом уже пора закончить. Как вы видите, и я вижу, нам предстоит много всего интересного. Сокровище! Остров полон тайн летающих чучел и шишек на голове от булыжников. Если ты хочешь продолжение, ставь лайкукос. Если ты хочешь, чтобы я завалил вот этого моллюска, который в небе парит туда-сюда, ставь лайкусик, подписывайся на канал. Я обещаю то, что я запилю следующую же серию, если мы наберем прямо сейчас много лайков. Ребята, еще одна серия точно будет. Я не знаю, насколько это большое обновление, но одна серия еще точно выйдет, потому что нам нужно исследовать, что же находится на этом острове. Еще раз всем скажу огромное спасибо. Всем удачи, подписывайся и всем пока. Анжела! Никому не говорите, сутулая собака. Хоть мне кажется, это и так уже все знают. До свидания.